населения было mm-hmm. против. Вот. Но поддержала, вот у всех было консолидированное мнение, что зона, зеленая зона, угу. вот по этой улице, должна быть сохранена. Угу. И заявителю об этом как бы тоже было сказано, что уважаемый бизнесмен, если вы что-то хотите и у вас земельный участок в аренде на 49 лет, то тогда нужно прислушаться к мнению населения. У нас же тут детская площадка, вот. Угу. И все же ходят по этой улице с колясками. Тут же у нас как прогулочная зона. У нас единственная вот эта вот угу. улица Калинина, вот этот вот тротуар между дорогой широкий, где можно погулять с детьми. Я сама с внучкой здесь гуляю, угу. потому что негде. У нас на посаде действительно негде погулять. У нас тротуаров-то нет, сами знаете.